Для одаренных детей и подростков Ульяновской области открылся центр «Алые паруса». Здесь ребята смогут получить дополнительное образование и развить творческие способности по четырем направлениям – наука, спорт, искусство и литературное творчество. К мероприятиям центра привлечены лучшие педагоги региональных вузов и школ. Основная цель учреждения – поиск талантливых детей и поддержка ребят в будущих открытиях. Наша задача через огромное количество мероприятий, олимпиад, образовательных событий выявить среди школьников 5-11 классов Ульяновской области те детки, которые действительно имеют определенные способности. А дальше уже в индивидуальном порядке, на индивидуальных программах сопроводить их до побед. До момента официального открытия работа образовательной площадки велась в онлайн-формате и в отдельных аудиториях учреждения. Первые воспитанники центра уже радуют Ульяновскую область новыми победами. К примеру, Андрей Медведков, который занял 8-е место во Всероссийской IT-олимпиаде среди школьников. Самое сложное было то, что это нестандартный формат. То есть такие соревнования проводятся крайне редко, и в таком масштабе это одно из немногих соревнований. И поэтому приспособиться к этому было довольно трудно, но при этом это было интересно, так как новые задачи выполнять всегда гораздо более увлекательно, чем просто стандартную рутину. С открытием центра на заседании попечительского совета учеников и преподавателей поздравил губернатор Ульяновской области Алексей Русских. Я неоднократно говорил, насколько велик человеческий потенциал Ульяновской области. Нужно искать новые, свежие способы и пути стимулирования будущих профессионалов. В частности, считаю, что нужно рассмотреть возможность внедрить систему поощрений, которая даст детям возможность участвовать в программах стажировки. Принять участие в работе центра может любой ребенок. Для этого необходимо записаться на онлайн-курсы и успешно пройти итоговые испытания. Максим Писарев, Даниил Сурков, Управда ТВ.